Здравствуйте, телезрители. Сегодня я хочу вам представить средства самообороны. Аэрозолевое устройство самообороны модель Пионер. Пистолет. Данный пистолет, как самооборона, пригодится вам, если вы любите путешествовать в лесу, ночевать в палатках, ездить на машине от агрессивных водителей, которые вам пытаются нанести удары битой или топором. От собак, которые вас пытаются укусить. И от агрессивных людей, настроенные вас побить или завладеть вашим имуществом, чтобы не получить увечья и жизнь свою сохранить, нужно всегда иметь пистолет Пионер. Данный пистолет сделан в России, в городе Тула. Заряжается он баллончиками, БАМами, аэрозолевыми, перцовыми, стреляющий до 5 метров. Также стреляет сигнальных ракет, если вам нужно где-то подать сигнал, красный, зеленый цвет. Шумовыми патронами, если вам нужно кого-то, от кого-то испугать в случае нападения на вас. Также это перцовые БАМы. Также снаряжается шумовыми, только не сигнальными, а шумовыми патронами. Выглядят они так же, выглядят. Снаряжается данный пистолет легко. Вот, к примеру, идут в комплекте 4 пустых такие патроны, в которых вставляется патрон, он снаряжается сюда. Также можно поставить сигнальную ракету. И все готово. Внизу запасной магазин. Он у меня уже снаряжен холостым и перцовым БАМом. Первый холостой предупредительный, второй выстреливаешь противника. Ракетница стреляет около 100 метров, светится красное, зеленое, синее, красное, зеленое, желтое, для подачи сигналов где-нибудь в лесу заблудились и так далее. Хорошо для путешествий, для отдыха в палатке ночью где-нибудь в лесу, где волки, медведи, можно отпугнуть шумовым патроном, сигнальным и так далее. По весу
сделан из пластика, из плотного. Вес небольшой имеет. В коробке идет инструкция. Втулки для бамов 4 штуки. И 2 втулки для сигнальных патронов и шумовых. Где данный пистолет я приобрел за 2750. Ссылка будет ниже по описанию. Рекомендую для тех, кто любит путешествовать. Да и так в нашей жизни всегда пригодится для защиты своей жизни и самообороны. Все, спасибо. До свидания.